Хотя объект Сгау-Висмут назывался Пирна, мы жили в городе Копец, на противоположном берегу Эльбы. Недалеко был Дом культуры. Довольно символично, что сегодня в этом здании положена мечеть. Жили мы интересно, много путешествовали. Едем из Пирны в Любинау. Там расположена Саксонская Венеция. Экскурсия в Саксонскую Венецию. В этих местах, болотистых местах, немцы постепенно выдавливали славян, сорбов, и они освоили вот эти болотистые места и стали жить здесь, как в Саксонской Венеции. И в этом месте надписи на двух языках, на немецком и на славянском, сорбском. Вот там все болотистое было место. Сорбы прорыли каналы, как и в Венеции, и все там на воде у них. Сейчас мы это увидим. Игорь и Сережа, вот мы садимся в лодку, гондолу. Вот лысый Обелев там, наш гидрогеолог. Садимся. Вон Веру Михайловну было чуть-чуть видно. Игорь. Вот сотрудник Кобелев, Некрасова, геолог, Мельник, Иванова, жена главного инженера, Сережа, Игорь. Любинау – это ворота в Саксонскую Венецию, а место это называется Шпрейвальд или лес на реке Шпрее. Это жена переводчика, опять Игорь. Это Некрасова, геолог. Здесь находится огромное количество ручьев и искусственных каналов, общая протяженность которых приближается к 1000 километров. Шпрейвальд – это известный во всем мире биосферный заповедник, охраняемый ЮНЕСКО. Домик сорбов красивый, лужицкие славяне. Канал метров, наверное, там 10 шириной. И кругом, так участками, наверное, вся территория, наверное, километр на километр, вся в каналах. И на этой территории там у них и сено они косят, и скот содержат, и овощи разводят. В очень таких своеобразных условиях. Вот видите, розы даже под окном растут. Прямо рядом мы проезжаем с домом канал. Вот нам еще путешественники, туристы встречаются, сами едут на лодочке маленькой. Здесь совершенно замечательная природа. Огромное количество флоры и фауны. Ну вот, еще раз наша гондола. Это игрушечная мельница для украшения сада. Одних только бабочек порядка 800 видов. Еще чей-то дом. Вот, еще чей-то дом. На берегу канала. Вот розы растут. Мы едем на гондоле, а люди рядом там. Ресторанчик, и сидят на берегу, попивают пиво, отдыхают. Уточки дикие. Сено сушат. Вот наши гондолы. Ну и кажется, все. Да. Конец. Приехали. Вот так мы проезжали по Саксонской Венеции.